Привет всем! Сегодня хочу рассказать о том, как на машине УАЗ-2105 на газу, то есть газ я поставил, и когда поставил газ, ну, проблема была в том, что несколько дней назад машина перестала набирать обороты. То есть как будто ее за зад кто-то держит, пятая передача и все. Она не едет, не разгоняется. А все было хорошо. Значит, когда поставил газ, старый фильтр, вот этот, я его снял и купил новый. На новом тоже фильтре была вот эта, так сказать, прокладка. Фильтр. Вот. И когда я приехал к знакомому, я даже не подумал. И крутил, и редуктор, и кран жадности, и все крутил, все, газ поступает. Но самое интересное, что как будто или не хватает газа, или будто его много. На бензине машина работает очень хорошо, но газ уходил быстрыми темпами. Значит, когда я приехал вчера товарищу, я говорю, ну вот машина не набирает обороты. То есть нет такого звонкого звука, когда ну, газу даешь, она ну, звонкий звук, а то он такой глуховатый. Он говорит, ну сейчас посмотрим. Берет вот этот фильтр, просто снимает, ставит крышку. Машина вообще ну, идеально начинает работать. Потом снимает вот эту прокладку. Вот, ставит вот так вот фильтр. И все, получается... Недостаточно воздуху, воздушной смеси для газа. Машину вчера отрегулировал, крутанул тут, винтики там. В принципе, вообще идеально машина начала работать. Так что я не знаю, зачем вот это. Ставлю, может, для бензина хорошо, но буквально я там поездил, ну месяца полтора до двух. И уже вот это все забивается пылью. В принципе, не хватает воздушной смеси для газа. Так что там что написано, что богатая, бедная смесь. Попробуйте так, что уберите вообще для регулировки, уберите фильтр и попробуйте отрегулировать без фильтра. Если фильтр забитый, то получается она ничто, не едет. Я залил был 30 литров газу. И, в принципе, уже половину с вот этими регулировками и уже и кончили. Вот такие вот дела. История такая, в принципе, ты не поймешь. Я и свечи смотрел. Свечи, ну, нормально. На бензин переключил. Машина, ну, едет хорошо. Пятая, четвертая, пятая, разгон. Все хорошо. А вот на газу, по чуть-чуть педалю газ, вроде бы едет. Ну, она не едет. Вот такая проблема была. Вот так вот может выделываться фильтр воздушный. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дизлайки, кому не интересно. Всем пока.